Что-то Самарой попахивает. Это я посрал. Я вам говорю, просто здание поменял, чел. Смотри. Вот стрелочка. Вот стрелочка. Да, видите стрелочку? А вот пена. Смотри, вот стрелочка, видите? Смотри. Полировка и стрелочка, видишь? Полировка и стрелочка. И вот она, полировка, стрелочка, чел. Да. Это 100% информация сейчас, да. Вот. И видишь, как тут все поменялось? Смотри. Сейчас, вот это вот сейчас здание, оно стало мойкой, смотри. Вот оно, видишь, какое? Оно тут вообще переделано все. Да, это оно, смотри. Но только его переделали полностью. Да, смотри, стрелочка, чел. Я тебе 100%. Я знаю там все, да. Я был там, чел. Да. Ничего не поменялось, просто ворота открыты. Ну ты смотри, какие тут ворота, какое тут здание. Оно, видишь, как бы отделено. И вот, поворот остался только. Вот этот. И сейчас смотри. А, блядь. Подожди. Подожди, блядь. А, в натуре, блядь. Чел, все правильно. Просто ворота открыты, блядь. Реально, блин. Подожди, просто ворота открыты. Да. Я думал, это поворот, типа. Ну, просто ворота открыты. И на воротах как раз написано вот это все. Смотри, вот это написано вот это на воротах. Баннер только добавили, здание, по-моему, украсили, да? Вот оно, смотри, блин. Да. 100% информация. Номер 4, тут еще вывеска. А здесь, вот, да, номер 4, смотри, четверка, вот, видишь, четверка? Вот, номер 4. Вот, номер 4, видишь, прям, смотри. Да, 100%. Вот четверка. И вот четверка, чел. Ха, сосать, пиночет ебаный. Думал, сука, скрыться, да, сука, от пожилого Шерлока, сосать. Да. А, дерево нет, да, еще спилили. Ну да. Вот, смотри. Вот тебе и Самара, блядь. Да. Поэтому вот эти все новости, что там фэковые, типа там пена где-то побывал там во всех городах. Это Самара, смотри. Четверка самарская. Да. Вот даже смотри, козырек навеса. Профлист, смотри внимательно, красный. Профлист. Смотри сюда, вот он. Сосать! Вот здесь пена был пойман, вот здесь, в этом месте. Вот тут пена стояла, вот здесь. Да, вот здесь стояла пена, вот в этом месте. Запах пены стоит вот тут. Вот здесь она стояла, смотря. Вот здесь была пена. Медиамаркт, и уже давно его нет, не существует, тут закрылся. Да, это старенькие фотки. Да. Вот получается. Да. Это дом у космопорта. И да. Что ты доказал? Что? То, что ты живешь в Самаре. Так это все знают. А? Теперь тебя школьники чаще будут обоссывать на улице. Увижу, харкну тебе в лицо. Вор самарский. Значит, еще раз. Вот, купил себе флешку на телефон, хорошую флешку за 10 тысяч, специальную для, ну, телефона вот этого с надкусанным яблоком, флеш-память, накопитель, чтобы видео снимать в Инстаграм. Купил флешку себе, да. И специально одну положил на торпеду машины, и специально, точнее не на торпеду, а там вот это вот, посередине, короче, место там. На панель, короче, положил. И думаю, блядь, я положу сейчас здесь ее. Ну, 100%. Ну, я ж помню, что она здесь. И я прям, когда заехал в автобойку, только и флешку положил. Я помню, что я здесь положил. Значит, ну, явно они не спиздят. Потому что, типа, короче, это. Ну, положил флешку там в машине. Я ставил тачку в автомойке. Вот здесь, смотри. Вот это вот, смотрите. Вот она, автомойка. И вот здесь вот я ставил тачку где-то. Не помню, в какой дырке. Вот это я, по-моему, в третьей. Покажи лучше, где этот охуенный барбер. Нет.
Значит, вот здесь я машину оставил, смотрите. Вот, а сам пошел через дорогу вот сюда, в магазин, короче. Вот, пока я там лазил, блин, тачка у них стояла, мыли ее. Я прихожу, блядь, флешки в машине нет. Мойщики требуют постоянно, воруют у них, сука. Иди, блядь, постоянно новых, блядь. Флешку вот этих падлы у меня украли. Старого совсем маразм хватил. Захожу я о стрим, че? А он учит Зебло в закладке искать на Google картах. Иди ты нахуй, шо. А, барбершоп показать, где я стриуся. Ну, типа, рекламу сделать, чтобы вы туда тоже ходили или чё, блин, чел? Сейчас я покажу барбершопы. Самое то, где я стригся, модно. Только не звоните, пожалуйста, туда. Вот. Вот он. Вот он. Да, это он, 100%. Ну, я вот тут стремусь, это круто считается, блин. А! Это он, блядь. Это он, да, смотри. Да ладно, шучу, блин, это не он, блин, там будет дальше. Это тоже крутой, кстати. Это не реклама, просто реально. Ну как бы, хотя почему и нет, может быть и реклама, потому что реально классно стригут, блин, сами видели. Без нейба покажи, где этот барбер, да, нужно запечатать этот портал в ад, чтобы оттуда больше не вылазили уроды всякие. Меня подстригли охуительно, блядь. Ты просто завидуешь, сука, что мне такая прическа к лицу, черт. Я года 2 или 3 посещаю это заведение, я доволен работой мастера. 100%, мне нравится. Сейчас. Его уже развалили там, чешу. Подожди, блин. Вот, Альфа-банк. Блять, по-моему, это было до Альфа-банка этого. Не пойму. Вот. Вот оно. Вот. Только тут сейчас уже написано не просто парикмахерская, а барбершоп. Смотри. Вот деду, она. Что посоветуешь одиноким людям, которые приходят в пятницу с работы, пьют пивко и смотрят твои видосики? С уважением, люблю. Ну а чё, классное времяпровождение, блин, а чё тут можно посоветовать, блин? Лучше не придумать себе досуг, так сказать. Все, короче, я вам показал. Пожалуйста. А как ты его в жизни находишь, когда идешь туда? Да я, блядь, на машине езжу. Я нашел только что, чел. Я вам показал. Вот, это элитное считается. Здесь все крутые, самые стрижки. Ну, модельная стрижка, смотря. Да. Да, тут очередь, я тогда урвал место свободное. Вот, смотря. Вот здесь захожу. Да, вот здесь это, да. Я тут отдыхаю, вот. Пена, как женщина живет с родителями или один? Сухач вообще общается с ними, или они думают, что старая лярва украла у них сына? Конечно, Пена общается каждый день со своими родителями. Вот, да, Победы улица, это Победы. Ну, можешь искать новый барбер. Нормально, бля, пацаны работают там. Нормально. Да. Ну, это тот мост, где Пена снимался, кстати. Вот он на ТНТ видео, да. Это тот мост, чел.